Неутровская компания «Стелла» отмечает 20-летие. За эти годы она стала одним из главных источников информации для жителей города и района. Несмотря на небольшой коллектив, всего 7 человек, ежедневно в эфир выходят информационные и музыкальные программы. Реализовано более полсотни телепроектов. Мы рассказываем буквально абсолютно обо всем. И о замечательных людях в наших земляках, об экономике, об инвестициях. У нас же в городе проходят очень большие культурные мероприятия, целые фестивали. Поэтому, конечно же, мы об этом тоже рассказываем. Это же здорово, когда у города есть свое телевидение. Это престиж города. В планах снять фильм о елторовчанах, участниках Великой Отечественной войны. К съемкам приступят в ближайшее время, чтобы успеть к юбилею Победы. Наши поздравления коллегам.